перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Челядь блядская. Я лечусь, ебаный рот, блядь, как я нахуй. Лучший из здешних ударистов получил травму и чуть не погиб в автомобильной аварии. Здешний житель единственный, кто уцелел после чудовищного крушения поезда. Кто хочет отсосать, отпишите, пожалуйста. Педики, блядь. Ну чё вы, педики, ёпта? Ебаные. Ой, блядь, пизда вообще какая-то с вами, нахуй, дебилами, блядь. Скука одна, скука. Да, залупень какая-то, блядь. Просто залупень. Сидеть в на вас, блядь, дебилов, ёпта, которые нихуя ничего интересного не делают. Скукотища, ёбаный рот, скукотища. Ну чё вы, блядь? Пидоры ёбаные. Почему из массы разных занятий вы выбрали службу в охране? Вы странный человек. Вы могли стать налоговым инспектором или владельцем сети ресторанов. Вы могли выбрать что угодно из 10 000 вариантов, но вы решили охранять людей. Вы приняли такое решение, и, на мой взгляд, это весьма интересно. Дауны, дауны, дауны. Йо-йо, Андрей, здорово, Андрюха. Жизнь ворам. Хе-хе. Как там ставки железные, нахуй, идут, блядь? Че там педик не коннектится, ёпта? Зашкварик нахуй. Да хуёво, что все проебали, хуёво, хуёво. Делай, старичок, делай платные прогнозы. По 35 рублей, блядь.
Да, блядь, Лошок там сдриснулся быстро, блядь, смотрю. Нахуй с тобой, ладно. Подрочишь мне на концерте, хуй. Ну чё ты, пидорас? Пидорас, твой рот. Да ты что, ёпта? Лошара, блядь, ёбаная, блядь. Лошара, твоя папка. Ой, блядь. Можно я тебя потрахаю просто? Пидорасика такого. Давай я твой рот потрахаю. Ну, давай потрахай, только прыщи с бороды. Убери нахуй, ёпта. Ты меня высыпала, ёбаный рот. Тебя сперма на лице высыпала, ёпта. Чудо, блядь. Чё там за пизда? Чё под глазом, нахуй, пизда у тебя. Хочешь пососать, нахуй? А ты не хочешь? А чё ты вопросом на вопрос отвечаешь? Пиздок, блядь. Губастый придурок. Хочешь, я просто тебе в рот кончу, и все будет нормально. Да ты базаришь как весело, да? Ну, а докажи меня, ёпты. Я ж тебя смотрю, чувачок. Посмотри на мой хуй, правда, пожалуйста. Хочешь ты на мой хуй посмотреть? Ой, блядь, пиздец, ты унылый какой-то, мудак. Чего унылый? Да нихуя, чокаешь ты, да хуя и больше нихуя. Подрочил бы хоть, да, в камеру. Да хули, скучно пишу, чтоб ты хоть как-то отреагировал. Ладно, отреагировал. Все, давай, иди нахуй, короче. Давай. Вот такие, бля, задроты у нас сидят, бля, ебанутся, нахуй. Обоссанная, конечно, я охуею, блядь. Внимание он привлек, прикинь. Он внимание привлек, ебанутся, блядь. Сидит там, дрочит, сука, шалопут, блядь. А так что-то нихуя интересного вообще, что-то. Тухлый эфир сегодня, походу, у нас будет какой-то. Тухловатенький, блядь. Лысый нянька, ёпта, блядь. Телохранитель киллера. Ой, блядь. Вызываем сатану, ёпта. Дистофи Дука, ёпта. Слышали, блядь? Дукалис. Контакт. Здравствуй. Здорово. Чё ты делаешь? Таблетки прибрадаю. Какие? Эспумизан. Чё, у тебя в животе шумыгам? Пиздец, чё ты это. А, блядь, это. Надо беречь, блядь. Здоровье. А ты чё, опять капельницу мою лупишь? Да я так, блядь. Панические атаки лечу. На туре? Ага. Капельница лечится? Не только. Капельница чистит только рецепторы, блядь, в мозгах. Ну, нихуя. Да пиздец. Старый стал? Да я ебал, блядь. Все навалилось нахуй. Такая же хуйня была. Походу, в скором счете. Ноги резать надо будет сейчас, короче. Что? Вены типа чистить, понял, на ногах. А, нихуя себе. Ну да, блядь. Чуть-чуть. Знал бы я, блядь, что это все такое хуёвое, блядь, дерьмо, нахуй так заканчивается, я вообще... Нахуй, вообще я, пиздец, я сам там, сука, блядь. Я тебе даже... Бифи форм, вены, нахуй, трексовазин, хуин. Ну нормально, блядь. Нормально, чё, ёпт. Ты, конечно, охуенный, да. Где Пинок, ёпт? Лучший пранкер, ёпт, Москвы. Пинок, он в эфире сейчас, он пранки делает? Да, начал. А что за пранки у него? Ну, типа такие, как у Эдварда Билла. Да? Ну да. Он же с ним это на связи. Он с ним на связи сейчас. У них там какой-то новый проект готовится. Типа у него сейчас старый канал забанили. Вот они новый канал сейчас вдвоем открывают. С Пинком? Ну да. Ты что там
Все с пармезаном перепутал, что-то другое. Нет, вот эта тема я с пармезаном. Бля, Пинок ничего не говорил, он что-то, блядь, там. Но это как бы он хочет тебя удивить просто. Типа, он говорит, бля, Паша, говорит, блядь, я, говорит, ему докажу, что я, говорит, могу, нахуй. А то, говорит, он вечно издевается надо мной, опускает меня. Ну, сейчас, говорит, я втихаря, говорит, все сделаю, въебу так, что говорит, он охуеет. Я охуеет на тем... канал, говорит. Ну, я уже охуел с информацией. А ты в больнице, что сейчас, или дома? Не, в больнице. А, нихуя, надолго? А хуй его знает, блядь. У меня это нестабильное состояние, блядь. А как вообще это проявляется, паническая атака? Да, блядь, ну в двух словах, паранойя, блядь, короче... Типа, что умрешь, кажется, да? Да, это тоже. Да не, я утром просыпаюсь, короче, от того, что у меня сердце колотит, пиздец. И я, жестко. Я, короче, все, блядь, меня пугает, короче, везде, блядь, настроение хуёвое, то в жар, то в пот, блядь, бросает. Жрать неохота, короче, пиздец. Руки трясутся, блядь. И так целый день. И, короче, вообще, ну, на внешние факторы не реагируешь. Ну, чем люди с тобой разговаривают, а ты внутри головы там о своем, блядь, гоняешь. Коху, короче, на все это становится. Вообще пиздец, ебать, на эти говорю. Как будто, блядь, в голове три человека живет, блядь. Охуеть. Бля, знаешь, какая такая тема, короче, была? Вот с сердцем, короче, и кажется, что сдохнешь, вот когда дул, короче, дохуя. Перекрывало жестко. Я сейчас, когда вот был, сколько, блядь, недель две назад я курнул, короче, у меня такая измена была, я теперь не курю вообще. Ну да, есть такая тема. Ну, и не бухаю, блядь. Мне бухать нельзя, короче. Если я бухаю, у меня опять начинается, усугубляется, короче, все. Короче, тебе на трезвом надо двигаться, да? Ну, мне на трезвом-то нормально. Я просто, видишь, блядь, 2,5 года на этой шляпе, блядь, ебаный. И пиздец. На белый? Да, и, блядь, Лил Пипа чуть не увидел, блядь, 2 раза. Бля, жестко. Мне кажется, больше раз даже, да? Да пиздец, я не знаю вообще, блядь. Мне врач говорит, блядь, пиздец, так можно было, блядь, давно уже сдохнуть, нахуй. Ну, видишь, значит, еще рановато. Да хуй знает. Вся, ну, вон там Пинок что-то за пранки пишет, блядь, за свои. Рекламирует. Звезда Ютуба, блядь. Как ты лечишь панатаки, он тебе пишет. Да, а что ты так жестко, челика обидел, который до тебя, который до меня был? Да а что, говорит, ты лабудой занимается? А что он вообще хотел? Да что-то какую-то хуйню написал я его просто. Да я бывает так захожу. Захожу так, чемурану кого-нибудь. А то говорят, эти пидорасы говорят, что, говорит, эфиры не ведешь. Ну, веду, блядь, да хули. Тут неинтересно вообще сидеть, блядь, какие-то туфта, блядь. Вопросы одни и те же. Вопросы одно и то же. Вот, я тебе говорю, вот ты 5 лет будешь заходить в эфиры, и 5 лет будут одни и те же вопросы. И одни, да, и одни думаю, и те же будут задавать. Я думаю, через 5 лет я зайду и... Хабибу там за Конора, а как тебе Мамаев? Чё, блядь, связь хуёвая. Пизду, блядь. Когда новый альбом, нужен Ксанакс, блядь, и все, блядь, пизда. Это жестко, жестко. А что ты это на дому не сделаешь, все это лечение? Ну, тут же не только кайпами, тут дохуя всего. Тут целый детокс, реабилитация, вся хуйня. А это типа у того челика, у которого первый раз лечился, да? Ну, да. А типа нормально делает? Ну, конечно. Я же вообще, блядь, я приехал-то, пиздец я, блядь, был. Вообще, я уже думал, пизда вообще со мной. Ты когда первый раз ездил? Не, ну вот когда вот сюда только вот второй раз приехал, я же сам уже приехал, как бы, но не смог, блядь, пизда вообще, дома не могу просто, меня крышу рвет, блядь, это полный пиздец. Я думал, я ёбнулся, короче, ну, типа, психика нахуй шатнулась, ну, потому что пиздец. Я ну, вообще... А? Ну, что говори, бля? Ну, просто я вот с людьми разговариваю, блядь, чем больше народу, тем мне вообще, я не могу мысль даже выразить, блядь, начинаю такая каша, блядь. Думаю вообще, а хуй знает о чем, ни о чем не думаю, а паника. Думаю о смерти, иногда встречаю рэперов, по ним скучаю. Ох, ебанаж, да. Кстати, вот это сильный очень трек, я его 2 дня слушал, мне очень понравился, блядь. Да говно это, ёпта, блядь. Это не, это охуенный трек. Там текст пиздатый. Охуенный. Стихи, ёпта. Стихи, блядь.
Да, так вот это заебись. Это душевно, ёпта. Душевно это... Душевно это Моргенштерн, ёпта. Блядь, такое говно вообще, если честно, блядь. Короче, слушай. Не, вот 50 тысяч репостов. Я знаю, братан. Знаешь, вот я когда вижу такие новости, я, блядь, включил, хуй с ним, этот альбом. Блядь, я и до этого там пару треков включал. Мне, короче, обидно за то, что, блядь, настолько, короче, дети, блядь, умом тронулись, нахуй, что они такую поеботу слушают. Я назову, блядь, тебе вообще, блядь, несколько человек могу назвать, которые, блядь, вообще ноунеймы, нахуй, никому не нужны, но они намного пизже делают, чем вот эта вот залупа, ёпта, с волосами, нахуй. Ну, всем, видишь, по-разному. Надо, рэп-то стал такой для молодняка. И как, да, блядь. Но же не, вот, не, ну, именно его музон вообще ни о чем. Вот прям пиздец. Ну, бля, а вдруг вот был бы нам 16 Хорошо, лет. Хорошо, сравнить блядь. Его и Big Baby Tape, я тут, допустим, блядь. Ну, это разные стили даже, блядь. Что-то... Ну, разные, блядь, да? Но все равно такой он, блядь. Ну, пизду, да, короче. Да просто у него YouTube как бы тащит, и за счет этого музон как бы тащит. Хуль тут, блядь. Но YouTube-то вообще заебись. Если на YouTube шевелить, можно бабки заработать хорошие. Я знаю, да. Надо только что-то придумать. Пранки можешь снимать, как с пинком. Ну, с пинком пранки, кстати, зайдут вообще нормально. Он ну, же да, я думал. Он же алкоголик такой, честно. Шутник, жертвует. Типа, да? Шутник. Да, у него юмор охуенный. Да, пошутим. И он парень. Он парень. Он еще и парень такой, этот, как это, блядь, как сказать, фантазер. Фантазер, да. Ну, мы с ним пообщались, на самом деле, так. Вот, и что мы решили. Ну, в принципе, как бы, чтобы нам особо по карману не било, мы у тебя готовы там раз-два в неделю по 5000 пост в Инстаграм с нашими пранками покупать, по 2500 скидываться. Ну и вот, типа, как бы, мы, я думаю, займемся этой темой на следующей неделе. Мы же даже на Савеловскую ездили, типа, камеру смотрели, типа, там вся хуйня. А нахуя камера? Ну, типа, в этот, как его, экшн-камеры. Да он же знает, у кого можно взять ее. А он говорит, да он мне не говорил ничего. Он говорит, давай купим, дай, типа. Да, блядь, боже, вон там есть тип, у него Sony, вот эта камера белая такая. Кстати, давай. Я свободен и могу писать песни с кем хочу. На днях. А? Расторгнул контракт? Ну, меня выгнали просто. Выгнали? Да. Почему выгнали? Че они такие? Ну, типа, короче, хуйло ты говорит мне. А ты не делал, что ли, ничхуя? Да не делал ничего, да, я как бы, это ж, я бездарный стал. Так что, вот с пинком сейчас снимем пранки. Трек про пиписьки можно какой-нибудь спеть. Трек, а, да? Алишера позовешь на фит как раз своего любимого. Блять, Гонфлада позову. Бля, видел его, кстати. На улице? Похож на че? Не, в этом, на Рифмы Панча я ездил, короче, что-то вот это летом, там, в конце лета. Видал там его. Такой что-то он, короче, смешной чел. Ну, молодой. А, там Энтони Жака встретил, он идет, братан, я... Довольный, да? Да, довольный, если позвал. Я говорю, что это? Это? Он такой, свежака типа нету. А, я ему говорю, типа, короче, он меня подъебал с этой хуйней, и я его, типа, подъебал тоже. Типа про пиджак, вот этот свежак. Ну, он довольно остался, в принципе. Да не, он даже где-то говорил в этом это по-моему. Это у босса. У босса, да, он сказал, бля, да, нормально. Да. Кстати, нормальный чел. Я думал, что он такой, короче. Как да? Вот это. На свежаке, на пиджаке. Нормальный чел. Да все нормальные такие, ну, бля. Есть, конечно, ну, да. Дал. Есть, конечно, кроме дал, Алишера. Я, кроме Алишера. Но... Не, Алишер у меня дома был, кстати, один раз, я помню. В натуре? Да, у меня даже фото сам с ним есть, по-моему. Да я пизду, в те времена много кто был. Лизер, блядь, и пиздец. И этот, Триагрутрик и этот, Джамал. Триагрутрика. Да. А этот же был тоже, как его, сейчас. Как его, блядь, сейчас скажу. Кокорин, Мамарев, Мамаев, Кокорин, помнишь, приезжали, когда мы с той встретили их, у этого? В Перову шли с тобой, что за шурмой, в Зене, короче, и они тоже въебанные там шли. Мамарин, Кокорин и Мамаев, эти футболисты, эти, помнишь, когда мы встретили? Они, нет. Опля, Пашок, это раскол, за демонов, за дружищу, респект. Вообще, я вообще ничего не помню. В натуре? Да, это где был? Они нас еще это отвезли, короче, в этот, как его, блядь, в Варшавский бане, сняли там, короче, нам этот котел, рэп-котел. Футболисты эти два, в натуре не помнишь?
Не. Ну, вот я... была такая ситуация, короче, что футболисты нас тогда это везли в варшавские бани, рэп-котел. Говорит, давайте, говорит, сейчас это, говорит, негритянок, типа, короче, позовем там, говорит, шлюх, типа. Дичка какая-то, ебать. Какое-то мясо, типа, да, я говорю, типа, ты такой говоришь, типа, какие шлюхи, братан, посмотри на нас, мы уже все, нахуй, мы сами как шлюхи. Они что-то там сняли каких-то, короче, баб. Ну, короче, там шампанское покупали, там всю хуйню. Не помнишь эту тему, что ли? Да не, я не помню, позавчера-то что было, у меня память вообще... У рыбы. Ну, тебе, ну, если ты так что это не помнишь, ты звони, так я тебе могу там всякие истории рассказывать, то, что ты делал. Да, я боюсь, блядь, я боюсь этих историй, пизду. Что, кстати, думаешь по поводу этих челов, которые вот футболисты сейчас, ну, вот они, которые нас в рэп-котел возили, вот они сейчас влетели жестко, там, избили стульями кого-то. Там, что-то, да что-то я и видел, ну, что, их закрыли в СИЗО, вон сидят, блядь. Жесткая тема, да? Ну, жестковато, кстати. Бля, прикинь, для... так вот жизнь себе сломать. У тебя нахуй столько денег, бля, все есть, и ты вот так вот просто, бля, берешь, ну, нахуй, и просто наебаешься на все. Да я думаю, там все равно они за этот, ну, потусуются там, и они в этот, прям, мне кажется, ну, блядь, то, что им дадут там по 3 года, я сомневаюсь. То, мне, я мне тоже, кажется, кстати, мне... Ну, короче, они потусуются там, может быть, полгодика, и их отпустят. В, да в, есть не меньше, нахуй. Там написано, ну, да, что типа на 2 месяца типа их посадили. Но сейчас оштрафуют еще, они там заплатят, да выпустят, блядь. Ну да, не, единственное, то, что они не играют, типа, и там, ну, контракты, там всякие минусы, там какие-то. На бабки только попали, блядь, мне кажется, да и все. Ну и хайпанули нихуево. Угу. Три дня уже по телеку мусолят, это пиздец. Ну, это, да больше, наверное, уже, да. Что, за Хабиба болел? Да я спал вообще, я как это. А Конор еще как, любишь? Бля, я расстроился на самом деле, что Рыжий проиграл, блядь. Я любил его очень сильно его. И люблю. Обидно. Ну, он что-то в этот раз какой-то не такой был, блядь. Не знаю. Не, я, ну, вообще не такой. Я не знаю, мне больше всего нравится Нейт Диас. Он такой плановой, веселый такой чувак. Ну, он виски, видишь, просто делает, ему похуй на этой драке стало. Он своё уже отодрался, блядь. Да, он на виски, кстати, уже там поднял нормально. Да хуя. Он за этот бой 50 миллионов только сделал. 50 миллионов. Да. Он проебал. Еще знаешь, сказать, блядь, кто еще и проебал, нахуй. Чел получил этот поезд, да ему нахуй этот поезд не нужен. Он 50 миллионов заработал, нахуй. И виски этого продал, блядь, хуй знает на сколько тоже. Да, конечно, блядь, пизду, хули там. Он шоу сделал. Такая, да, блядь. История интересная. Сегодня, кстати, этот Емельяненко будет с этим пиздиться. С кем? Чел, с кем? Чел Сонин. А, я понял. Во сколько дерется? Я посмотрю. 4. Бля, не, я спать буду, нахуй. А ты что, как у тебя там режим вообще, спишь? Ну, у меня сон-то сбился из-за этого, Оксана ебаного. Я теперь засыпаю, пиздец, надо, бля, приложить усилия, чтобы заснуть. На туре? Я смотрю, глаза. Я, короче, глаза закрываю вот в темноте, а у меня, блядь, пленка белая такая, как будто солнце светит. И мне тяжело сконцентрироваться, и я пиздец. Я еще начинаю гнать, короче, у меня сердце колотит, сука, я и заснуть не могу, блядь. Ты, кстати, жалеешь обо всем этом, знаешь, думаешь, нахуй надо, вообще нахуй это делал. Да я тебе говорю, если бы так отмотать нахуй обратно, я выкинул бы, ну, это все вообще в пизду. Как они там живут, блядь, эти негритосы эти, травятся, блядь, не понимаю нахуй. Да они живут по 20 лет, нахуй, ты пиздают. Нахуй, еще на тот свет. Ну, блядь, все равно. Не, ну он Лил Памп, ёпта, еще, блядь. Тусуется. Бля, как его? А этот ты, как его, умер? Лил Пип, ёпта, же умер. Не тусуется уже. Ну, Лил Пип, он у него альбом, по-моему, вышел недавно. Или выйдет. Выйдет, наверное. Ну, у него тогда, у него какие-то акапеллы остались там, пиздец. Вот да, духовный трек выходит. Серьезно, тебе Джимбо нравится? Бля, да, вообще, я ему вот худи подарил. Вот сейчас клип выходит в моем худи. Джимбо люблю вообще. Джимбо, кстати, я вообще никогда не слушал, просто не слышал никогда. Охуенно делал, не чел. Так, я говорю, а вот делают, кстати, заебись. Твет вот этот, они заебись. Да, твет, Джимбо, я прям вообще люблю, мне очень нравится, реально. Чисто такой, как вот под америкосов так сделал. Да, американский такой, американский мужской рэп такой, знаешь, не для педиков такой. Ну, как бы, знаешь, я когда слушаю их треки, клипы смотрю, то есть я им верю. То есть у меня нету, то есть я не сомневаюсь в их словах. Ну, потому что они выглядят он нормально, в принципе. Да, а да. Когда я там слушаю какого-нибудь педика в лосинах, я это там, блядь, знаешь, там, который такую же пургу гонит, но то ты смотришь на него и думаешь, ну, ёб твою мать, нахуй, ну ты чё, блядь, завязывай, дядя. И поэтому, вот у него сейчас альбом, кстати, сейчас вышел у Джимбо. Бля, охуенный альбом, мне очень понравился. Там, ну, да, читочка хорошая.
читает пизда, да, вообще читает. Угу. Так, чё, я бы так не смог текст так написать, ну чтоб так. Не смог бы? Ну, ну у него как-то звучит так все, блядь, заебись звучит. Это все, блядь, ну, это... постараться надо. Ну я, блядь, я-то такой вафел, блядь, у меня все... Да ладно, нормально, грязные, грязные кроссовки, коммерс, охуенный коммерс. Тут тоже есть своя, это, блядь, своя фишка в этом тоже есть. Можно сказать просто, но зато, блядь, это тоже заденет за душу, охуенно. А как получить 50 тысяч репостов за сутки, блядь? Вот, вот. За сутки? Блядь, ну это надо, короче, вот всякую, бля, вату нести, блядь, пургу всякую залупную. Бля, кстати, я не понял вообще. Я помню, я его блог смотрел. Он, короче, только-то... Первое видео, которое я с ним увидел, это было давно вообще, когда он, короче, типа, что-то в институт там, что-то ходил в институт свой, типа, бля, все, типа, меня что-то выгоняют, нахуй, такая хуйня. Ну, типа, смотрите, я сейчас всем докажу, что я, нахуй, добьюсь всего. Бля, год не прошел, ёпта, я смотрю, нихуя себе, думаю, бля, чел, ёп. Стрельнул жестко. Да. Он еще откуда-то, по-моему, с Уфы, блядь, по-моему, откуда-то оттуда. Причем, да, с Уфы, причем он сам все сделал даже. Типа, да. Никто там я видел, ничего не поэтому. Знаешь, он делал, типа, эти, как стать рэпером, там, таким-то, там, за 15 минут, там, Фейса, он, Кизару, такие, короче, приколюхи он снимал. А, да? Да, да, да. Ну, вот. Да Кизару вообще это, блядь, скворняк, нахуй, это. Таким уж не становится, мне кажется. Ну, Кизару тоже слушают, что он, типа, это. Ну, слушают, но кто-то это знает, не будет. Дня. А? Что-то знаешь. Ну, ты бы стал слушать его треки? Не, я же говорю, мне вот Джимбо еще вот так вот. Ну, ну да, да, заебись. Я люблю, когда звучит. Когда звучит, вот, блядь, ну вот так вот. А не когда вот... Охуенно звучит. Есть другие просто аналоги, нахуй. Я такой не люблю, ну это слишком. Я еще не люблю, когда про... Ну вот это вот. Я про там, демонов. Такой... Вот демонов люблю. Велел Скват мне нравится. Я велел склад, смотрю, там нормально, в туре, блядь. Они сейчас здоровы, 37 городов, по-моему, или 47. Вот они 30 городов уже отмечали. Да. Таллин там гоняли. Ну, заебись, блядь, проходит. Народ, правда, не особо много собирает пока, блядь. Ну, не везде. Да нормально, ну а чё? Да нормально, ну, да, не, а чё? Какой... Он... Это первый тур вообще, типа, так что я думаю, все впереди еще. Ну да, не, у них стилёк зато такой поменялся по сравнению с песней Демона-то, блядь. Да, да, стилёк поменялся, это точно. Ну и как-то вот, да, сейчас, блядь, пошли дела, нормально. Надо, главное не сгладить. Я думаю, сейчас заебись будет или что. Да, конечно. На букинг машин надо с Джимбо вместе песни петь, Юр. Блядь, там Оксимирон, не хочешь? Она меня не возьмет. Не уважает тебя? Угу. Обиделся. Елена накидала на свои. А... Снюсик там, да, скинули, блядь. Бля, я лежу в ахуе, что-то на самом деле. Я короче, шишки не курю, и что-то вот надо, короче, либо снюс, либо нас. А сегодня нету с собой. Я что-то сегодня тусанул ночью, короче, блядь, и что-то в ахуе весь день сплю, лежу, блядь. Тяжеляки, блядь. Ну, хуй знает. Федука тебе надо послушать, мне кажется, он расслабляет. А я встретил на рифмах памятях, он это, короче, что-то, короче, он обиделся на меня. Из-за чего? Да не знаю, типа, он что-то, я шел вообще, а я что-то там обухался, что-то там, короче, типа, так, что-то, курнул, короче, мне пизда вообще. Я иду, что-то, не помню, куда-то шел, блядь, и Федук что-то стоит, интервью дает, и он меня увидел, о, Никитос, короче, такой подтягивает меня. И я, короче, что-то это... Говорю, братан, говорю, поздравляю тебя, нахуй, от чистого сердца, ты стал звездой, добился чего-то. Такую хуйню, короче, он стоит краснеет, да нет, ты что, какой, покраснел такой, типа, и что-то, я говорю, да ладно, братан, красавчик, я реально рад за тебя. И эта баба, которая там с микрофоном стояла, говорит, нихуя себе, говорит, ты, типа, очень искренне, у меня, говорит, аж слеза чуть не пошла. Я говорю, ну, это от души все, это от чистого сердца шло, типа. Но, не знаю, он, наверное, не понял юмора, мне кажется, обиделся. Да, блядь, да не, вроде, блядь. Федук молодец, кстати, вообще. Музон нормальный, да. Ебашится у него. Сочно, блядь. Но он что хотел, то получил. Он хотел стать известным Федуком, получил. Ну, знаешь, это не просто так тоже. Это, он ебашит реально, все нормально. Ну, конечно, конечно. Он музыкант, хули он там, на гитаре, блядь, там, у костра. Там, пианино, все. Гитара, там, блядь, солидно. Да, нормально. Все нормально. Да. Когда ты вернешься, заебал? Нормальный рэп, андеграунд.
Я не знаю, я сейчас что-то не могу. У меня застой, короче, музыкальный. Застой? Ну, я, да, что-то не хочу ничего делать, блядь. А почему? Не знаю, неохота, блядь. Ну, как-то лень, блядь, не знаю. Из-за состояния вот этого уебанского. А это вообще что врач говорит? Когда это вылечится все? Хуй знает, я сам не знаю, блядь. Ну, сейчас а врач что сказал? Типа сказал, такая хуйня будет еще долго? Ну, он меня лечит и говорит, вот смотрим, как бы про этот... протекать будет лечение. Ну, да он сам такой не кажется. Да какого он может знать, что у меня внутри головы тут пиздец? У меня токсичность мозга там, пизда. У меня, блядь, кора там пошлепана, блядь, из-за этих ксанексов. Я МРТ мозга делал там, пизда, блядь. Че, сжег голову, реально? Ну, поджег, хули. Ну, а что, блядь? Ну, смотри, ксанекс... как в школе, выжигателем на трудах там делал, вот то же самое. Смотри, вот антидепрессанты же, это же пизда, к ним отношение. А ксанекс это... транквилизатор, ёпта, ебучий. Он, это, терапевтическая доза его там четверть таблетки, это максимум. 2 миллиграмма максимум, типа, вообще считается. Ну, это и то, и то 10 дней это, лечение. Не больше, да? Да. Ну, ёпта, и 2,5 года, бля, по 10, ёпта, в день с пивом, нахуй. Ну, чё, блядь, о чём речь-то? Бля, жёстко. Это пиздец. Ну, ты, кстати, да нет, кстати, мы это что-то с Маратом, короче, с Маратом эту тему, короче, обсуждали. Помнишь, Марат, который с коврами? Но. С коврами, который, типа, друг мой, там, Марат. Мы, короче, пришли к выводу, что в это время, пока ты вот эту тему этой занимался, ты на самом деле, короче, нес огромную социальную миссию. То есть тебя недооценивали люди вообще и общество, потому что ты нес огромную социальную миссию, и это на самом деле приносило пользу обществу. Смотря на тебя, пиздюки должны были понимать, каким быть не надо, то есть что не надо да, делать. Да, 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 что пиздец. Если делать так, будет вот так вот, нахуй. Но, да, так, пиздец. Но они так... не поняли фишки, так как у тебя все сейчас заебись, слава дьяволу, все идет хорошо, они думают, что я буду жрать Александрс, у меня тоже все будет заебись. Но они уже они будут просто подыхать, короче. Пиздец, да нет. Ну я думаю, самые умные, конечно, это поймут и не будут этого делать жестко. Так на самом деле, я ходячая антиреклама этого Александрса, блядь. Ну да, типа нахуй наркотики, типа, парни, смотрите, все будет хуево, типа, блядь. Конечно, нет, это еще хуево со стороны выглядит, а как это внутри потом выглядит? В голове, ну, это полный. Да пиздец, все. Но для меня тормоз был, когда я обоссался в лифте, короче. Я понимал, что я сух штаны, короче, и, блядь, и мне было охуенно. Ну, было похуй. Достойная хуйня. Я подумал, нахуй, да, типа, не нужно, короче. А потом пришел домой, у меня есть батя с мамкой, короче, и, типа, я вообще этого не помню. Мне отец рассказывает, что, типа, я, говорит, просыпаюсь в туалет, а ты, говорит, стоишь обоссанный, блядь, в коридоре. Ну, они в ахуе, типа, посмотрели на меня. Но это... Ванны. Яйца вот так утянул в груди, короче, там. Ну, короче, пиздец вообще. Мне стыдно было потом, ебать его в рот, нахуй, вообще. Я подумал, что точно надо тормозить эти темы, короче. Не нужно, короче. Ладно, да, тревогу не убивает. Тревогу не убивает. Я тревогу не убиваю. Мне Пинок рассказывал, что ты тоже там это любил приспустить, короче. Да, конкретно. Ну, это старое, в магазине особенно. Да, там ты говоришь, любой приспустит, блядь. Это такое ощущение, что тебе так приятно, реально. И ты стоишь, думаешь, блядь, такого охуенно же, мне же комфортно, ты до пизды вообще. И просто приспускаешь. Ну, прикольно. Мне понравилось. Ну, а хули, блядь, конечно. Ну, все, надо завязывать. Ты не хочешь, это еще пару кончиков. Что-то подвисает, блядь, у меня связь. Все, подожди, дай лагает. Wi-Fi сейчас включу, подожди. Вот, все норм? Да. Демоны. Что, не хочешь это, Зайчика? Есть там у меня осталось парочку? Нет, у меня вон, сейчас покажу, этот, блядь, мой Зайчик, блядь. Где он, нахуй? Ой, блядь. У меня такое, блядь, нет, вот такое теперь. А что это, бри... Зеркальное просто, блядь, все здесь, нахуй. А, Брентелекс. А что он дает вообще? Брентелекс, это антидепрессант, скажем.
прорыв в этом, в медицине. Вот. Угу. Но это не Ксанокс, то есть это не транквилизатор, это антидепрессант, чтобы сбивать, короче, хуёвость всю, чтобы было нормально, блядь. Еще как реально действует, нормально? Да, он хороший, он датский хороший. Угу. Ему всего 3 года только, он вышел 3 года назад, где-то 4. Угу. Солидный, ну, солидный. Посвежее препараты-то получше, явно, чем старое дерьмо всякое. Ну, старое, ну, блядь, ну, я сейчас хуй не... Ну, ну хотя вот, например... Ну, хотя вот, например, антибиотики как придумали, в каких годах, нахуй, там, вот, в 40-х, там, это пенициллин, вся вот эта хуйня, они также, вот, там, 3 вида антибиотиков есть, они также до сих пор есть, просто торговые марки разные, то есть... Ну, да. Не, а здесь там, варкоситин какой-то, ну, само вещество, я забыл, как называется. Ну, оно такое сильное. Для мозга заебись. Ну, оно действует, короче, в мозгах нам кучу всей хуйни. То есть не просто там убивает тревогу, а управляет конкретно. Угу. 5 лет его пить надо. Да хуя, блядь. Курсик у меня такой. Тебе птицы, Паш, не нужны? У меня родились, короче, птенцы, нахуй. Уже можно отдавать их, блядь. Какие птенцы-то? Ну, типа, у меня это японские воробьи, короче, амадины. Ебать. А что, мне куда они, кстати, блядь? Да просто клетку ставишь домой, и все, типа, они не мешают ничего там. Там содержание их, блядь, там в месяц, нахуй, 1.5 косаря, нахуй, они ничего не мешают. Красивые сидят там, просто, типа, заебись. Воробьи, блядь. Ну, надо подумать. Надо подумать. У меня клетки нет, нихуя даже. Да я тебе это подгоню, есть тут клетка. Ну, просто, типа, мне их отдавать, я, типа, могу... Я могу в зоомагазин дать, короче, блядь. А просто такая хуйня, блядь... За ними там хуёво ухаживают, понял? А их там набивают в одну клетку, а они там пиздятся, короче, кормят их хуёво. Я не хочу сдавать их, блядь. Я вот хочу по знакомым отдавать их, короче. Я вот 2 уже пристроил, еще есть, короче, вот 2. Они заебись, тебе понравились. А они могут летать? Он Ева говорит, не надо. Они могут по квартире летать? Ну, если их выпустить? Да, можно выпускать. Их вообще подрессировать, типа, даже можно. Типа, они такие, типа... Да, типа, как они, умные, типа, как попугая, да? Ну, да-да-да, типа, только вот маленькие. Как воробушки, только цветные, понял? Там клювики цветные. Заебись, на самом деле, тема. Их даже можно дорисовать, типа, чтобы они там прилетали, там, пиздели, там, одно слово, там, 2. А он кто-то говорит, ну, давай, я возьму. Пай сожрет. Да нет, пай не сожрет, нихуя. Да не, он же любит. Птенцов любит, он птенцов любит. Он куриц этих на улице на голубей прыгает, блядь. На туре? Да, я ебал. Жестко. Страшное дело. Жестко. Пиздец вообще, я тебе говорю. Ну, парни, кстати, Паша, короче, если парня заберет, то можете, в принципе, забирать. Но ты будешь брать, нет, птенцов? Или тебе не надо? Ну, надо подумать, старый, надо подлечиться и помозговать. Ты этот? А тебе сколько еще там будешь сидеть, заебал? Не знаю, пока не знаю, старый. Ты лучше продай. Ну что, да они стоят, ты эту хуйню там, блядь, 900 рублей там касать там максимум. Ну, а ты за 10 тысяч как бы. За 10 тысяч? Охуеть. Я сову хотел купить, короче. Бля, сова, заебись, тема. Заебись. Нет, а мне, знаешь, есть нравится, такая, короче, маленькая, короче. Плюшка называется такая. Я понял. Плюшка. Мне, знаешь, нет, что нравится? Да. Типа, лисичка. Лисичка феник очень нравится. Ушастая? Здоровый, типа лопухи такие. Она сама... Да. И морда маленькая. Да, вообще охуительная. Я вот думаю, блядь, может цепнуть такую тему? Можно, она, блядь, это может цапнуть, мне кажется, нихуёво. Они же такие, эти, душевные. Злые? Блядь. Ну, лисы-то хищные, если енот, блядь, укусить может, то хуй знает. Бля, енот, да, может жестко въебать. Енот может жестко въебать. Бля, ну, чё-то не знаю, мне прямо она нравится, она такая, короче, прям милашка, хочется прям цепнуть ее. Не, она только пицца, но, блядь, с ней гулять можно, кстати, на улице. Только, да, если, да. Собаки будут рядом. Да, можно. Бля, вот я, короче, переживаю, да, маленьких животных, так вот с ними, бля, гуляешь, я ёбнет, ничего. Какая-нибудь пидорасина, я спидозная, бля. Ну, из пистолета, блядь. Жёстко. Пиздец.
Слушай, а что ты говорил, камеру кого можно взять, чтобы не покупать? Мы-то с пинком покупать просто не будем ее, и все. Он пинок знает, ну Гриша пусть возьмет, он ему даст, блядь, в аренду. Да, конечно, он ей не пользуется. Ага. Значит, Sony нам это, блядь. Значит, нам белая надо купить. А слушай, там знаешь, в чем фишка-то? Там нужно, короче, чтобы был джек, вход 3,5. Нам нужно же, типа, это, станцию эту ебаную, типа, и петлицу, типа, не проводную, а чтобы на расстоянии хуячило. И она, типа, не на всех камерах есть. Блядь. Чтобы звук писался в петлицу эту? Да, в петлицу, но на расстоянии, то есть не от провода, понял? То есть я, допустим, снимаю его, и, блядь, в метрах в 10 там, или, ну, не в 10, там, в 3 метрах, там, в 5. То есть стою, снимаю это его. И... Такая хуета нужна, мне кажется, знаешь, типа, блок такой здоровый, который... Да, станция такая на поезд, типа, вешается. Да. Да. Ее хуй знает. Ее в аренду можно взять. Да ее купить, она хуйня на 5000 стоит. Вот мы смотрели, 4500 стоит вся эта хуйня. Вот на ставке, да, короче, там докурять всех движуха, она 4500 стоит. Нужен вход, чтобы был в камере 3,5 джек, который вот подключается, вот эта залупа вся. То ж по-другому не получится, бля, вообще. Не, ну да. Ну, я не знаю, а пранки какого смысла там в пранках какой? Ну, есть там пару идей, короче. Я бы тебе так и сказал, короче. Может, ты там такие идейки подкинешь? Я не знаю, я пранки не шарю в них. Да пранки это вообще, что хочешь, можно делать, бля. Есть, короче, пару идей мы уже накинули. Как бы есть. Надо, чтобы они были, блядь, сочные, такие, сочные. Ну вот, давай, это просто не пранки. Мне всегда нравились пранки у Льва против. У них пиздатые пранки были. У Льва против нахуй старый пранк. Я у европейского пранка. Регистрация их немножко это. Не понял пранка. У тебя там отходит что-то опять, блядь. Крутится шарик, блядь, что-то не коннектит нормально. У тебя тоже, кстати, ебашит. Ну, а у меня Wi-Fi такой не очень. У меня вроде тут тоже, я посмотрю. Мне вроде заебись полный. Ну. Все там, шарик закрутился. У меня до сих пор крутится. Жестко. Можешь подключиться? Да похуй тоже. Спать, что ли, тебе вообще ложиться нахуй? Сидишь, что ли, закурил? Да, я не говорю в таком состоянии, блядь. Я сиги, пиздец, курил, короче, раз, блядь, 10 минут сигарету. Полный пиздос. А, нихуя. Может, это лучше снюсика? Да он мне не поможет, блядь. Да поможет. Ты попробуй. Я на сцене, помню, 4 въебало, чуть не проблевался, блядь. Ну да, это многовато, конечно. Бля, связь говно вообще ебаная. Полнейшая хуйня. Че, может, она на связи? Давай, да. Там дрочня какая-то. Да пиздец уже, не серьезно. Ну да, давай, че, на связь, Паш. Давай, на связи.